Всем привет, дамы и господа. С вами King Game Fox, и мы продолжаем прохождение Skyrim. Замечательной игры Elder Scrolls 5. Так, в прошлой серии мы остановились в змеином зубе. Да. Мы проходим дополнение змеиный зуб. Короче, вне серии я переместился Skyrim и там выгрузил лишние вещи, а то бы у нас был в скором времени был бы перегруз, а мне этого не надо, так что я решил все-таки переместиться. Надеюсь, вы не против. Также я освободил нашу напарницу Кейт, у ней было дохрена руды всякой, так что теперь я уже готов дальше путешествовать по змеиному зубу. Также я поставил вот эту бочку с водой. Сможем наполнять наши бордюки. Чё? Волки? О, волки пришли. Чё вы здесь забыли? Ух, Кейт своим посохом парализует противника. Так-то она воин, но я дал ей посох, и она ими с удовольствием пользуется. Чё, куда Тарнах пошел? Эй, не понял. А там еще один. Ну ладно. Так, эти ингредиенты я буду, пожалуй, собирать, а вот шкуру нахрен надо. Так, ладно, нас немножко отвлекли. Короче, в этой серии мы собирались посетить вот эту локацию. Здесь у нас должны быть целых две миссии. Убить какого-то главаря, если не ошибаюсь, и взять чертеж. Но если будет время, то мы посетим вот эту локацию, наверное. По идее, я бы не хотел перемещаться. Я предлагаю прогуляться немножко пешочком и полюбоваться видами этого змеиного зуба. Он стоит? А, парализованный. Я думал, че он стоит? Ладно. Ну че, все? Всех убили? Можем идти? Пойдем. Вон. Два посоха взяла. И орудует ими. Так, нам в ту сторону. Так, а давайте-ка скушаем. Так, вот этот ингредиент. Посмотрим ионные способности. Ага. Ха, переносимый вес, это пригодится. Регенерация магии. Ну, это неплохие свойства, я бы сказал. Весьма неплохие. Так что будем, наверное, продолжать собирать. Так, кстати, я вам еще не говорил. Когда мы проходили этот мод, это башня какая-то там какого-то мага, у меня были небольшие проблемы с авторскими правами на этот мод. Это было неожиданно, я бы сказал. Обычно в Skyrim никаких
проблем с авторских прав с правами нету, а тут, блин, что-то зависает что-то. Наконец-то здесь появился кто-то, кто справляется с работой. А в этом моде были какие-то проблемы, но это же все-таки мод, так что ладно. Так, мы вернулись в эту деревню, которую сжег дракон. И мы должны его найти и убить. Так, я предлагаю, давайте прогуляемся. Тут были пару домиков уцелевших. И мы, как я помню, в них не заходили. Вовнутрь. Блин, они опять заперты. Я надеялся, что на этот раз они будут открыты. Так, вот еще домик. Тоже закрытый. Что ж ты будешь делать? Так, я хочу сюда зайти. Давайте зайдем. Пока что-то я не нащупываю. Да что ж такое? Во, нащупал. Е-е-е. Неужели человеку нельзя побыть в тишине и покое? Убирайся отсюда! Ой, я хотел поздороваться просто. Уходи, живо! Тебе здесь не рады. Ну и... Странный чел. По-моему, он одет был в древнюю нордскую броню. Забавно. Ни хрена себе. У нас, оказывается, соседи орки, что ли? Хо-хо-хо. Ни хрена себе. О. А, убить медведя. Угу. Ладненько. Убьем. Без проблем. Так, я бы хотел зайти. Может, они дадут нам какие-нибудь квесты? Пойдем, Кейт. Зайдем. Угу, здесь открыто. Чем могу помочь? О, а тут весело. Кейт, скажи. Да. На что это ты пялишься? На твою рожу. Сможешь обучить меня одноручки? Ты уже знаешь все, что знаю я. Но я и не сомневался. А? Нужно что-то. Надеюсь, ты по делу? Ну и рожу у тебя. Что у тебя есть на продажу? Погляди. Зелье. Ну, достаточно... Небольшой выбор, я бы сказал. Ну, пожалуй, брать ничего не будем. А продать, что мы сможем ей продать? Да ничего. Так, а что мы из ингредиентов можно? Что-нибудь редкое есть? Ну вот, огненная соль, пожалуй, возьму. Давайте еще вот эту простую соль. Ну и все. Давайте вот яичко еще. Так, зелье невидимости. Ну я уже знаю, из чего это. Его можно сделать. И восстановление магии тоже. Ладно. А ты да. Че?
Надеюсь, ты по делу? Надеюсь, ты по делу? Да я-то по делу. Я хотел у вас какие-нибудь квесты взять. А они какие-то все неразговорчивые. Может, потом будут поразговорчивее, когда мы убьем дракона? Mm-hmm. А? Так. Что? Да? Да, чего да, ты да. Да? Ой, какие же они неразговорчивые. Все, уходим. Так. Интересно. Пойдемте. Так, кстати, давайте глянем. А, расспросить Лурия. Давайте метку поставим. Так, вот, убить медведя. Это где у нас? Это в этом районе. Блин. Нет, этим квестом мы займемся потом. Потому что я хочу вот так вот пройти. Потом пойти вниз. Так что этот мини-квестик подождет. Так, там еще какой-то сарай. О! Вау! Это кто забыл такой классный сундук? Так, по идее, нам нужно вон туда, по дороге идти. Но я бы хотел немножко здесь прогуляться. Оп! Так, ну ладно. Кстати, мы в прошлой серии нашли тут очень крутую магию, я бы сказал. Черт. А именно, сейчас я вам покажу вот эту. Зов нежити и зов природы. Я поставил вот быстрый, короче. И потом обязательно надо будет попробовать эту магию. Так, вот стремительный рывок. Вот так. Вот. Не хочу мочиться, потому что в этом случае мы очень быстро замерзнем. Кейт, не отставай. Чё-то она отстала. Так, ага, автосейв. Кстати, кто не знает, проходим мы на легендарной сложности. О, какой-то... О, сундучок. Какой-то лагерь. И мы можем здесь поспать. Так, а погреться я смогу? Я бы хотел немножко погреться. О, отлично. Нам тепло, хорошо. Я боялся, что мы уже начали замерзать. Ладно, пойдемте дальше. Так, что-то с этим челом произошло. Наверное, замерз, скорее всего. Так, ну-ка.
Что в этом мешочке? Яблоки. Нет, яблоки я, пожалуй, не буду брать, а вот соль я бы взял. О. Ну-ка, давайте-ка сходим в эту башню. Так, косточки. Сплошные кости. О, сундук. Вау. Круто. Уже второй крутой сундук нашли. Так, я хочу вот так вот прогуляться. А? Отлично. Ух, я, наверное, сейчас, скорее всего, начну замерзать. Надо, наверное, лучше ускориться. Это что за... Арка. Какая-то лежит. Какое-то, может, святилище раньше было, но его кто-то сломал. Просто лестница. А нахрена она? Оп. Так, по приколу, наверное. Так, ладно, идем дальше. Оп. Так, прямо по курсу какая-то башня. Так, нам идти... Дальше надо идти. Да. Нам в ту сторону. Ну, похоже, она заброшена. Оп, а ты сюда не зайдешь, Кейт? Ладно, заходи. Я пошутил. Яблоки опять. Опять яблоки. Сплошные яблоки. Ты посмотри. Кто-то неплохо затарился яблоками. Вот, наконец-то, соль. То, что мне надо. Я никого не вижу. Можем здесь поспать. Это хорошо. Так, зелье возьму. Нет, обруч, пожалуй, не буду брать. Помидорки. Капуста. Еще помидор. Вау, ни хрена себе, очищенный змеиный слиток. Картофан. Ладно, пожалуй, брать не буду. Пойдемте дальше. Не, никого нет. Никого. Только все... Ой, пусто. Только яблоко, вот еще сундук. А!
Ну ладно, спасибо хоть на это. Опять яблоки. Посмотри. Тут раньше жил любитель яблок. Картофан. Ну ладно, возьму. Так уж и быть. Зелье меткости возьму. Ой, нормально. Пойдемте дальше. Ты кто такой? Эй! Что я тебе сделал, кретин? Хорошо. Сейчас напрягусь. Все. Загнулся, наградил. Может, он там жил, в этой башне. О, опять древняя норская. Ну, пожалуй, я брать не буду. Мародерчики. Ха. Опять древняя норская. Походу здесь модно на древние норки ходить. Так, по идее, давайте попробуем захватить душу. Извини, девочка, никакой пощады, душа моя. Спасибо. Снова древняя нордская. Ну, она, конечно, красивая, но у меня есть коллекции моей такая броня, так что мне не надо. Спасибо. Волчара. О, походу мы пришли в теплые края, да? Здесь тоже термальные источники, как и в Скайриме, короче. Еще какая-то повозка. Впереди неприятности. По-любому. Как же без неприятностей? Никак. Так, зелье. Отлично. Ух ты! Дракоша. Охлаждает. Лови. Я здесь, идиот. Так, ну ладно. Захочет прилетит. Я за ним гоняться не собираюсь. Кого он там ебашит? Эй! Тупица.
Наверное, на каких-то бандитов напал. Понял. Еще один. Вот это да. Погоди, погоди. Так, давайте глотнем. И что-нибудь перекусим. Так, а также надо добавить магии и повысить урон разрушения. Давайте, подходите. Я готов. Фига себе. Два дракона. Где второй? Че, улетел? Ну, так неинтересно. Виноград, как обычно, возле термальных источников. Так, там он на кого-то напал. Хрен с ним. Так, нам туда, да? Да, нам нужно выйти вот на эту дорогу. Пойдемте. Кого-то он там жарит. Ну ладно, пускай жарит. Ух ты, здесь локация. Двемерская локация. Круто. Угу, лифт. Двемерский лифт. Так, смогу я туда зайти? О! Хм, серьезно? Двемерский конвектор? Хм, нет, зайти я сюда не могу. Ну и ладно. Так, Кейт, ты идешь или нет? Ну и ладно. Так, мочиться не надо. Оп, аккуратно. Блять. Эй. Тихо. Ух ты, тихо, тихо, по одному, мальчик. Так, ладно. Давайте возьмем одну ручку. Ауч. По одному, засранцы. Проклятие. Посмотрим, что ты можешь закопать. Я до хрена что могу. Нет, не хватит. Так, геймерская, беру помидоров, мне уже хватит. А, промазал. Блять. Иди сюда, сволочь. А я и не сомневался. Так, лучник там еще работает. Ну, пускай работает. Давай, где ты там? А! Хорошо бегаешь, девочка.
сюда. Это пустяк. Хорош от меня бегает. Похоже, у нее нет одноручного оружия. Так, двемерская. И септимы. Неплохо. Поразвлекались. Мне понравилось. Так, они... Оттуда вышли, что ли? Ну-ка, давайте вот сюда прогуляемся. Так, какой-то проход. Очередная башня, что ли? Ну да, это мы идем на башню. Но, как вы знаете, просто так я локации стараюсь не открывать. Будем мы это делать потом, когда пройдем все квесты. Тогда и будем открывать все локации, которые не открыли. И зачищать их будем. Так. Там какой-то домик. Ну вот домик можно и открыть. Вряд ли там будет какой-то квест. Но я думаю, это, наверное, как обычно, домик охотника. Так, кстати, по навыкам. Вне серии я подумал, что взять лучше всего. У нас одна способность есть. И я решил взять карманные кражи, короче. Но сперва надо их немножко прокачать. Карманные кражи. Вот. Потому что переносимый вес увеличится на 100 пунктов. Вот я из-за этого хочу взять. Нам нужно докачать до 20-ки. Тогда я смогу взять. Так, вот и домик. Хижина охотника. Ну, я так и думал. Тут может быть или хижина охотника, или какой-нибудь магички или некроманта. Что? Ушел на охоту? Никого нету? Ну, красть я не хочу. И не буду. Так, есть что-нибудь путное? О, стрельба повысилась. А эту книжку я возьму. Как вы знаете, я их коллекционирую. Так, давайте что-нибудь приготовим. Капустный супчик, лососевый стейк, оленью отбивную и картофельный. Все. Какая-то еще вышка имеется. Ух ты! А вот и хозяин. Привет. Высматриваешь оленей? Какого? Там что, Кейт работает, что ли? Блин.
Не хотелось бы ввязываться. Я уже... Кому от этого плохо? Погляди. Ни хрена у тебя нет, чувак. Ух, какой ты бомж. Угу. Да, охота здесь у тебя не идет. Наверное, драконы мешают, да? Попал. Бежит, бедный. На меня, что ли, бежишь? Или от меня? Бедняга, жить хочет? Ну ладно. Дракоша, вот и ты. Все-таки придется их убить. Давайте глотнем зелье. Повышение стрельбы. Получи от рана. Ха-ха-ха. Хэдшот. Ну че, дракоши? Заколебали. Так, тут можно добыть руду. А где Кейта вообще? Что происходит? Попал. Так, один готов. А ты чем шкеришься? Иди сюда, собака. Заколебали. Ну не хотела я тратить время на этих драконов. Но мне все-таки пришлось. Эй, мужик. Мужик, да вы откуда? Чего вы бегаете? Расслабьтесь. Великан, тебе пора сдохнуть уже. Так, что происходит? Так, этот дурдом когда-нибудь закончится или нет? Так, дракоша. Ладно, косточки я возьму. А вот чешуя мне, пожалуй, вряд ли понадобится. Чувак, скажи что-нибудь. Бедный шахтер. Завалили.
все-таки. Кто посмел убить бедного шахтера? Ты че? Ты че? Отстань от меня. Тут аномалия, оказывается. Вот она что. Тут еще и аномалия, и бандиты, и... Ёпта, дурдом. Пошел нахрен, аномалия. О, там еще и песик. Блин. Я его, походу, зацеплю. Сейчас он на меня обидится. Давай, великан, работаем в паре. А, чё, хрен попадёшь на эту аномалию. Отлично. Камень душ. Ну ладно. Великий камень душ. На тебе. Ну. Он еле дышит. Добейте кто-нибудь. Сука. Куда нахуй? Наконец-то. Все. Спасибо, великан. Век не забуду. А, вернуться к Толдеру. Понятно. Этот квест нам должен был дать Толдер. Но мы его уже выполнили. Ладно, потом сходим к Толдеру. Что тебе надо? Может, не будем ссориться, а, девочка? Еще бы. О, богатая девочка. Ну, не хотела я ее убивать, но мне пришлось. Фазанная грудка. Ну что, все? Разобрались со всем этим кипишем? Нет, там еще. Еще какая-то красная точка. Че? Блин. Друг. Ты кто такой вообще? А? Ты кто? Эй. Эй. Older traveler, this mine is off limits. Ой, ну извини. Блять, он квестовый, что ли? О, как все плохо. Кейт, уходим. Уходим отсюда быстро. Чё за чувак? Еще и бессмертный. Так, косточки возьму. Стрелы.
Душа поглощена. Так, я могу здесь переночевать? Блин. Не могу. Так. Куда нам идти? Ну, да, все правильно. Идем туда. Туды. Блин. Надо вначале, наверное, все-таки поспать. Надеюсь, я смогу здесь поспать. Ну вот. Вот здесь, например. Классное местечко. И я предлагаю переночевать. О, черт! Походу я оставил палатку в крепости. Блин. Вот это облом. Так, погоди, а это что? Оп. Что за домик? А не найдется здесь теплой кроватки? Ух ты! Чел! Тебя хотели зажарить, походу. Но не успели. Угу. Так, кроватку мне надо. Блин. Ну что делать? Придется идти так. Блин. Как я... Ой. А я летаю. Хо-хо-хо. Так, ну ладно, будем надеяться, что в этой локации мы сможем отдохнуть. Блин, как я мог оставить палатку? Забыл про нее совсем. Так, а что если мы здесь пройдем? Хм. Так, тут главное не разбиться потом. Ну, автосейв был недавно, так что... Ничего страшного не будет. Свиток Буран. Нет, спасибо. Я этим не пользуюсь. Ну и все. Один сундук. Сундучок. Мы нашли все-таки. Окей. Так, вот. Та самая локация, наверное. Куда нам надо идти? Блин. Я бы вот с удовольствием бы сейчас вздремнул, чтобы идти сюда утром. Нет, все-таки. Вечером идти. Когда ни хрена не видно. Черт, меня увидели. Блин. Так, я хочу осветить локацию. Сюда! Что ли дождусь забрать твои деньги? Ух, сейчас я походу застряну еще. Ты меня нашел. Нашел, поздравляю. О чем задумался? Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. Хорошо. Договорились.
Так, все. Я хотел хотя бы просто осветить локацию. Ой. Надо валить. Все, я, короче, передумал сюда идти. Сперва надо где-нибудь переночевать. Кейт, уходим. Уходим. Думаешь, это достойно, Нор? Все. Ушли. Так, здесь, к сожалению, мы поспать не сможем. Блин, опять там какая-то жесть творится. Так, короче, нам придется вернуться в эту локацию. Сейчас там вернем мою палатку, короче, которую я забыл. Надеюсь, она здесь. Так, Кейт. Вот она. Сука, я ее забыл здесь. Короче, сворачиваем палатку. И возвращаемся. Давайте сюда. Надеюсь, такой суеты здесь больше не будет. Так, мы здесь. На пятом маги поссорились. Ладно. А ёпта! Сдохни, маг проклятый. Вот и все, сука. Расслабьтесь. Никакого покоя. Стрелы забираем. Ладно, уходим, уходим. Так, нам же... Нет, нам туда, по-моему.
Я прав. Так, вот сюда идем. Но сперва нам нужно отдохнуть. Так, давайте расстелим эту мою палатку, которую я забыл. Так, разместить. Отлично. Давайте спать. Так, это что, 7 утра получается? Блин. Так, я думаю, хватит. Потому что если буду спать дольше, то уже будет темно. А я хочу туда идти с утра, хочу. Блин. Мне нужно согреться. Так, надо воспользоваться... Нет, не дуновение. Дуновение пара — это когда... Когда я промокну. Разжигание, во. О, отлично. Замечательно. Так, давайте сразу что-нибудь перекусим. Так, жареную оленью отбивную, печеный картофель и пирожное. Так, ублюдки, я вернулся. Так, попробуем по стелсу. Вот отсюда. Хедшот. Блин. Нет, не получится, не получится. Не, бесполезно. Суки еще уворачиваются. Отлично. Нифига не. Вот и отлично, почти что всех перебили. Отлично, теперь можно заходить в гости.
Так, давайте попробуем поджарить. Че? Застрял, что ли? Вот ты попал. Да, девочка, тебе не повезло. Угу. Все, их перебили, Кейт. Отлично. Необычный порт. Первый раз вижу такую конструкцию. Впереди неприятности. Ну, что-то было похожее, но оно было в пещере. Да. Сломанное весло, по-моему, пещера называется. Что-то похожее было, да. Так, давайте добудем. Что-то не хочет добывать. Еще раз. Вот так вот. Другое дело. Так, давайте осматривать эту необычную локацию. Это корабль. Ага. Ну да. А каюту они как бы повернули. А это... Ну, необычно, короче. Необычно. Так, нам туда. Так, надо сперва здесь все осмотреть. Не хочу что-нибудь необычное пропустить. Так. Это мы уже читали, твою мать. Так, взял блюдо. Давайте выкинем сразу. Так, где оно? Где она? Не вижу. А, вот она. Твою мать. Еще какие-то книжки. Это мы уже все читали. Противоядие. Так, а вот супчик я, пожалуй, возьму. Так. Классно устроились. Классно, классно. Ага. Морковка. Похрумстим морковочкой. Отлично. Угу. Картошка, ладно, возьму. Это мы читали. Так. А это мы еще не читали. Давайте я пролистаю. Окей. Ой, ёп, я сейчас замерзну. Все, валим, 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 заходим. Надеюсь, там тепло. Так, у нас здесь два задания, два квеста.
убить главаря и найти чертеж Двеймерского болта. Вроде я не замерзаю. Ладно, пойдемте. Так, ну пока никого, пока все спокойно. Колонн. Ладно, обойдусь без колуна. Так, а там что? Оп. Оп. Железная руда. Да, не. Обойдусь. Так. Берем стрелы. Ух ты, котяра. А чё? Молодец. Прямо блошиный укус. Да, модно в этой броне здесь ходить. Все ходят, кому не лень. Ладно. А, видимо, он тут спал. А я его разбудил. Ну ладно. Так. Ха, опять колу. Оп. Блин. Тупик. Капуста. Еще капуста. Так, кстати, стрелы давайте отдадим. Почему мы остановили? Что ты хочешь забрать? Так, я хочу тебе отдать стальные стрелы и эти косточки возьми, эту руду. Так, и вот эти слитки. Все. Тогда веди. Пошли. Так, там кто-то работает. Киркой. Оп. А могу я сюда забраться? Оп. А, сука. А ладно. Я думаю, незачем. У нас два прохода. Давайте пойдем направо. Никого. Даже как-то странно. Хм, золотая.
А вот, пожалуй, золотую я возьму. Ладно, тогда идем налево теперь. Снежная такая, ледяная локация. Ну, извини, приятель. Блядь. Еще один. Кошара. Все. Тут у вас лопата. Ага. Стрелы. Так, тут у нас что? Железное. И тут железное. Ну, конечно, я могу ее трансмутировать в золотую, но... Не буду. Чё, все что ли? Дальше прохода нету? Отличное место для засады. А куда нам идти теперь? Не понял. Так, наверное, я какой-то поворот пропустил, да? А, вот. Вот сюда мы еще не шли. Отлично. Да блин. Магичка. Значит, не показала. Победа за тобой. Я остаюсь. Сдаешься? Это все, что умеешь? Да нет. Нет. Только не так. Ух, повисло. Так, ладно. Давайте осматриваться. Хм. Посох успокоения. Так, это у нас вызов скелета. Ну, такую книжку я уже брал, в принципе. Ладно, возьму еще одну. Так уж и быть. Ох ты, нифига себе. Сколько чеснока, а? Ты глянь. Чеснок я люблю. Угу. Ну, пойдем дальше. Нам нужно искать чертеж и... Главаря бандитов.
Опять работают киркой. Молодцы. Что это было? Блять. Да тебе показалось. Так, это у нас там главарь, да, получается, остался? Я правильно понял? Главарь. И что, он сейчас успокоится? Ага, о! Жареная рыбка, слиток. Так, кстати, может... Не было сомнений, что я... А? Кто? Блядь. Огонь. Оп. Тихо, нас не видят. Нас не видят. Действуем по стелсу. Это еще не главарь. А где же главарь? Так, железные я, конечно, собирать не собираюсь. Это отстой. Здесь мы явно не пройдем. Пойдемте сюда. Добила. Молодец. Ага. Походу мы нашли чертеж. Металлолом возьмем. Слиток. Перчатки удара. А. Так и одноручным оружием. Ну, я не знаю даже. Брать, не брать. Вот он, чертеж. Сокровище гномов. Мы уже читали. Так что брать я не буду. Ну что ж, Сорин ждет моего чертежа. Отлично. Так, подожди. Куда нам идти-то? Так, пойдемте сюда. Да, блин. И точно. Был какой-то звук. Окей. Прямо сзади зарядил.
Так, давайте-ка поджарим. Зарубило. Отлично. Все, убили главаря разбойников. Замечательно. Вот это мне нравится. Пришел в пещеру. Выполнил сразу два квеста, чтоб не возвращаться потом сюда. Так, с кругом железное, железное, железное. Ага. Так, ну, все, можно уходить. Отлично. Уходим. Так, погоди, погоди, я же сюда еще не заглядывал. А вот это тоже хорошая руда, редкая. Малахит. Отличненько. Классная локация, мне понравилось. Так, тут же вроде была где-то лежанка. Надо бы вздремнуть. Блин, это же малахит. Отличненько. Так, нам нужно сюда, да? Вообще-то нет. Нам нужно сюда. Так, продолжаем. Ищем теплую кроватку. Так, я бы хотел в этой серии еще посетить одну локацию. Вот. Давайте здесь поспим. Ага. Так, как обычно, давайте водички, жареную рыбку съедим, курочку, сладкий рулет. О, шикарно. Пойдемте. Так, следующий квест. Нифига себе. Ни разу не замечал, чтобы капкан так сам по себе двигался. Нифига себе. Первый раз такое вижу. Забавно. Так, нам нужно, короче, взять какие-то косточки в локации. Пойдемте прогуляемся еще до нее. Так, как нам лучше идти-то? По дороге, скорее всего, да. Пойдем по дороге. Хорошо. Так, ну-ка давайте немножко прошвырнемся по берегу. Так, опять. О,
крабик. Ладно, я тебя трогать не буду. Хоркер тоже отдыхает. Блин, походу я начинаю замерзать. Так, все, я вас не трогаю, отдыхайте. Зайчик, Бакс Банни, отлично. Олень. Классно. Хорошие тут пейзажи. Нисколько не хуже, чем Skyrim. Считай, то же самое. Хорошо. Кстати, можно применить еще кое-какую магию. Не знаю, нам поможет, не поможет. Наслаждение и вот это лисья кура. А все уже. Тут уже, по-моему, тепло уже. Отлично. Так, это что за дорога? А, та самая дорога, по которой нам нужно идти. Пойдем. Сичка. Ух ты, нифига себе. А мы тут замерзаем. Нет, мне это не нравится. Отлично. А что у нас здесь есть? Ничего. Кстати, интересно узнать бы, что можно изготовить из этого змеиного слитка. Я вот, если честно, без понятия. Чё за кипиш? Мало ли, если кто-то знает, можете написать в комментарии. Мне будет приятно. Ты хочешь, сука, меня заморозить, да, падла? Блять, уворачивайся еще. Скотина. Так, зелье. Все, убила, молодец.
Долбанные некроманты. Ненавижу их. А еще больше ненавижу вампиров. Так, огненные шары. Нет, не особо мне это нравится, магия. Если честно. О, заморозили бедного кролика. Козлы. Так, что он? Ледяная бура, ну понятно. Так, вижу какой-то домик. Хм. Давайте попробуем его обойти. Может, это какая-то таверна? Уйо. Кажется, я загибаюсь. Так, в какую сторону идти? Ну, прямо по курсу. Туда куда-то. Ролик. Куда спешим? Не торопись, сынок. Перед смертью еще он так попсиховал, еще понервничал. Так, опять походу какие-то две мирские руины. Я бы не прочь попутешествовать в две мирских руинах. Давненько нас там не было. Так, может сохраниться? Давайте я сохранюсь, пожалуй. То что-то какие-то подвисания. Так, эту арку мы уже видели. Да. Такая же арка. А это что у нас? Замерзший лагерь. Хм. Вау. Аметистик. Да, блин. Чё? Я не могу взять? Братья Бури, во! Щит! Истмарка. Отлично. Беру. Мне как раз не хватало щита братьев Бури. Спасибо. Так, ладно, продолжаем наше странствие.
Интересно. А где локация-то? Ну, явно не наверху, да? Наверное, где-то внизу. Ага, пещера Хитара. Оп, тихо. Вот так вот, хорошо. Походу, нам нужно в эту пещеру, да? Угу. Хорошо. Давайте здесь немножко осмотримся. Так, вот это что такое? Типа замерзший город, что ли? Круто выглядит. Мне нравится. Чёрт. Ничего такого интересненького я не вижу. Ладно, пойдемте в локацию. Где это мы? Так. Мои любимые драугры. Так, походу мы сейчас попадем в две мирские руины. Круто. Кстати, если здесь обитает нежить, надо будет попробовать подчинить волю нежити. Кстати, мы могли подчинить волю тролля, но что-то я забыл про эту магию. Опять полно чеснока. Хорошо. Что тут произошло, интересно? О, посох шаров. Да. Они уже заколебали. Исцеление болезней. Ладно, возьму. Прочесть. Какая-то кровавленная записка. Да. Угу. Спасибо за зелье, чувак. Так, какие-то книжки. Вызов скелета. Да нахер. Ледяной. А, вот это мы уже изучали, по-моему, да. Ну, по-моему, магия так себе. Может, я еще не пробовал. Сколько здесь покойников? Какая-то знатная битва была тут. Отлично. Так, я что, замерз? Или нет?
Нет, все нормально. Все хорошо. Кстати, можно попробовать оживить. Этой магией я вообще, по-моему, ни разу не пользовался. Оживление трупов. Так, похоже, тут пришли талмарцы. И их всех убили. Всех убили к чё-то. Драугры. О. Буран. Истерия. Да нахрен. Так, давайте включим освещение, что ли. Странно. Я думал, здесь нас кто-нибудь будет ждать, а тут никого нету. Как-то даже грустно. Так. Ни хрена нету. Так, вот очередные кости и крик. Оказывается, кто-то все-таки ждет. А, опять эта фантомная форма. Нахрен она нужна вообще. Ой, не то взял. Оп. А, погоди, не убивай пока, девочка. Ух, успел на последней секунде. Так, ничего интересного нету. Камушки, септимы, стеклянные стрелы. Нам, наверное, будет как-нибудь походить со стеклянными. Это все время хожу то с эбонитовыми, то там порочами ходил. Сейчас с драконьями хожу. А вот со стеклянными я еще не ходил. Надо будет это исправить. Так, а здесь что у нас? Неужто ничего? Так, сюда мы уже... А, нет, сюда мы не забирались. И погоди, что-то я уже немножко запутался. Это мы уже брали сундук. Да. Значит, пойдемте вот сюда. Камушек. Ладно. Пойдемте отсюда. Там где тут выход? Выход здесь. Ну, здесь мы вроде все обыскали. Что валим? Картошка. Кейт. Я все еще тут. Что ты хочешь забрать? Забирка сразу. Так, вот эту хрень. Это.
Так, все. Спасибо. Чего? Тарелка? Пошли. Я таскаю с собой какую-то сраную тарелку. Нахрен все. Угу. Ну что ж, эту локацию мы для бандитов или чего похлеще зачистили. Отлично. Ну, теперь я предлагаю выдвигаться вот до этой локации. Так вот, по дороге пойдем, чик-чик-чик, скалу обойдем и придем в эту локацию. Да, так и сделаем. Так, я правильно иду, да? Нет, мне нужно налево заворачивать. Короче, мне надо обойти вот эти скалы. Так, вот этот, вот эту хрень надо еще попробовать, надо скушать, проверить ионные свойства. Оп. Так, надеюсь, мы здесь пройдем. Угу. Ух ты! Так, ну вроде по компасу не видно, что здесь какие-то имеются локации. Так, давайте воспользуемся криком. Отлично. Опять другры. Угу. Так, личико, пожалуй, возьму. Угу. Железный слиток. Оставь себе. Так, входа здесь нету. Окей. Ты откуда? Ой. Форкер. Ладно, трогать его не будем. Мне он ничего плохого не сделал, так что пускай живет. Блин, там руда какая-то. Как обычно, змеиный. Ух ты. Так, наверное, пора согреться. Так, ну-ка, давайте глянем. Ух, еще далеко. Еще топать и топать. Сейчас мы должны выйти на дорогу.
Вон там какая-то пещерка. Но мы в нее пойдем потом. Какой-то заброшенный порт. По-любому здесь какой-нибудь сундучок лежит. А может и нет. Ждет только победитель. Так, давайте схаваем, пока я не забыл. Ага, повышение здоровья, водное дыхание, восстановление магии. Тоже классный ингредиент. Так, я не понял. Мы что, вернулись, что ли? Нет, мы здесь еще не были. Ну ладно, давайте обойдем. Ух ты, крабик. Я тебя не заметил. Молодец. Восхищался красотами змеиного зубчика. Что-то мне херово становится. Так, надо заморить червячка. Пьем водички, жареное это, два картофельных супчика и яблоко. Замерзать я не хочу. Какого хера? Ну мы уже у цели. Давайте ускоримся, что ли. Я не хочу замерзнуть. Не хочу. Блять, не действует. Почему? Помогите. Помогите мне. Крабик. Отвянь. Некогда с вами. Ей-богу, некогда. Все. Надеюсь, здесь тепло. О, блин. Даже магия перестала действовать. А может, у меня бревна закончились? Может, в этом проблема? У меня дрова есть? Да нет. Наверное, поленья закончились, все. И магия перестала действовать. Так. Есть кто? Ау. Неужто опять никого? Так, окей.
Я все еще тут. Что ты хочешь забрать? А, у тебя есть поленья? Нет, нету. Тогда веди. Прочесть. Угу. Кому интересно, читайте на паузе. Я этим делом не занимаюсь. Ой. Дроугр нас встречает. Ну, хоть живые есть. Бедный Таунриц. Зелье разрушения. Слабенькое какое-то зелье. Пожалуй, брать не буду. Ну-ка, Таунриц, подвинься-ка. Вот сюда. Жизнь. Вот так. Да, блин. Ну, хрен с ним вот так вот. Открой дверь. Где тут рычаг-то? Йоу. Так, придется искать рычаг. А может, что-то в записке сказано? Может быть, может быть. Хм. Блин, не вижу. Херово. Очень херово. Ладно, наверное, придется прочитать эту записочку. Если решишь напасть на меня или на моих людей, я тебя уничтожу. Ладно, давайте. Так, тут сказано, что чувак какой-то тоже искал, ни хрена ничего такого не нашел. Угу. Ну и походу мы тоже не найдем. Может, нам нужно воспользоваться криком? Вот рычаг. Хм. Забавно. Ну, я даже не знаю. Давайте безжалостную силу. Ни хрена. Может, магия? Да, это я никак не ожидал. Сука. Так, может, нам попробовать магию заморозки? Ледяное копье. Сомневаюсь, нам это поможет. Я тебя уничтожу. Не, это все просто трата времени. Блин. Обидно же. Очень обидно. Может, парень плохо искал? Может, я все-таки найду? Я тебя уничтожу. Так, отсюда мы пришли. Понятно. Угу. Может, где-то наверху? Но
В записке сказано, что типа эту дверь можно открыть только изнутри. Но это же бред. Может, нам нужно просто его убить? А, их уже двое. Ну откройте, чё вы стесняетесь? Да. Такого я не предвидел. Ну, короче, попробуем их все-таки убить. Что еще делать? Я без понятия. Но отсюда я явно не попаду. А, нет. А, сука. Да ёпта. Есть. Ну ладно. Один готов. И второй готов. И толку ноль. Давайте попробуем попасть. Теряй бдительности, рано или поздно она окупится. Нет, бесполезно. Увидишь, что значит настоящий воин. Да, ну что, дорогие друзья. Придется уходить. К сожалению. К большому сожалению, сука. Ладно. Давайте на этом серию закончим. На этой печальной нотке. Продолжим следующий. Блин. Ну а в следующий, наверное, мы все-таки двинемся, раз этот квест забаговал, так сказать. Значит, мы двинемся по главному сюжету. Так, погоди. Так у нас... Не понял. Ну-ка, давайте-ка выйдем. У нас что, главный сюжет в этой локации, что ли? Что за бред? А нас тут поджидают, да? Так, давайте глянем на карту. Офигеть. Найти это. Блять, расспросить Лурия. Все в одной локации. Ух, не знаю. Надеюсь, это не баг. Ладно, двинемся.
в следующей серии. На этом закончим. Не знаю, может, я воспользуюсь... Блин, я замерзаю. Наверное, придется воспользоваться интернетом и спросить, что за хрень-то. Потому что я не знаю, что делать. Без понятия. Ну ладно. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был King Game Fox. Поставьте лайк. Ну и всем удачи, всем пока. Оп. Все. Пока, покидываю.